Ну, точно так же можно спросить, а может ли искусство и культура вмешиваться в церковь? Вот кто может, а кто не может? Надо определиться, кому можно делать такие вещи, а кому нельзя? Ну, вот, к примеру, да? Вот. Здесь тонкая грань. Потом некоторые вещи называют искусством и культурой порнографию. Это искусство, понимаете? Ну, и у некоторых, понимаете? Ведь извращенцы есть везде. Вообще, я считаю, что надо уважать традиции, уважать ценности любого народа, любой религии, любой культуры. То есть, что значит уважать? Не делать, как минимум, плохо этим людям. То есть не глумиться над их верой. Конечно, если кто-то глумится над, допустим, примерно над вашим мужем или над вашей женой, что вы скажете? Зачем ты это делаешь? А он скажет, а это искусство. Какое нафиг искусство? Вы что, блин? Вы что издеваетесь там над моими детьми, скажет? Пародируйте моих детей, делайте из них там каких-то этих там уродов. Он скажет, а у нас искусство такое, не лезьте в дела искусства. Нормально? Уважать надо других людей. Идите вон что-нибудь, сделайте что-нибудь другое. Понятно, что для пиара это проще. Это просто бизнес опять, блин. Опять деньги. Вот понимаете? Потому что сейчас мы говорим о чем? Об этом. Значит, мы это пиарим. Значит, служим этому эгрегору. Значит, придут больше людей посмотреть эту гадость. Вот и все. Опять деньги. А мы рассуждаем. Я не смотрел, смотреть не буду. Не с чем заняться.